учителя работают. С детства надо приучать их, чтобы работали они. Считаю, что у нас раньше привлекали в наши времена, ничего страшного не было. Поэтому если труд на пользу, значит, все можно. Это я так считаю. Правильно делают. Нет, вообще неправильно. Все должно быть по доброй воле. Принудительно ничего никогда не получается. Они сейчас в телефонах сидят, да. Они на улице не ходят. Это как-то их как-то, ну я вот не знаю, потому что, да. Потому что этот, вот этот телефон, компьютер и все, они, их не на улицу не выгонишь. Друзья у них будут, во-первых. Интересы какие-то, может, будущей профессии поможет. Да, я думаю, нет, им надо, наверное, больше всего к учебе время уделять. Чем к труду. Весь год учатся, а летом нужно как бы отдыхать. Очень положительно. А почему? Ну, потому что это вполне естественно, детей приучать к труду, даже вот такого маленького. Собери игрушки, подбери свои вещи, даже если ребенку 3-4 года, а школьник тем более.